Друзья, привет в новом 2021 году! Приветствую всех на своем канале, для тех, кто впервые, вы на канале «По будням с Инной». Это блог, влог из Канады. В Канаду мы переехали еще в 2012 году, и с тех пор, в общем-то, мой влог много преображался. Сначала это был семейный влог, там, где было много про детей, про нашу рутину ежедневную, что мы делаем и как мы делаем. Потом мы шли, развивались, росли, и мой влог уже стал превращаться в более какое-то приобретать направление. И, думаю, последние несколько лет я уже для себя точно поняла, что, в общем-то, все, что касается продуктов, покупок, мне это очень все нравится. И я решила именно вот этим делиться с людьми. Плюс, действительно, я вижу, что это интересно и вам тоже. Поэтому, если вы гость, приходите, подписывайтесь. Здесь много покупок. Сколько стоит корзина наша, простых канадцев, разных каких-то специфика еде. Это все вы найдете здесь. Плюс в новом уже 2021 году, хоть мы эту практику уже начали в конце 2020 года, мы купили соковыжималку, и, в общем, я изучаю все, что связано с джусингом, с соками, прежде всего для нашего здоровья, в связи со сложившейся ситуацией в мире, плюс так сказать, мы не молодеем, у нас появляются разные всякие заболевания, поэтому, в общем-то, о наших продуктах, о еде, питании, конечно, приходится задумываться часто. Поэтому в связи с этим мы решили также включить в наш рацион соки. Естественно, в основном речь идет о овощных соках, вот, поэтому тоже буду делиться здесь на канале этим, и это то новое, что будет на канале для тех, кто уже подписан и с нами не первый год. Так как я являюсь канадским лицензированным парикмахером, очень много здесь о волосах, о продукции, и я, наверное, об этом буду рассказывать больше, потому что до этого у нас буквально было, может, пару прямых каких-то эфиров, был, может, один или два в прошлом, позапрошлом году на эту тему, поэтому если вы парикмахер и вас интересуют какие-то вопросы о канадских парикмахерах, вы можете их задавать в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы по уходу за волосами, какие-то такие вопросы общие, да, не рекомендация какого-то продукта конкретного, или расскажите вот такой-то продукт, да, потому что невозможно знать все продукты на рынке, их просто тысячи наименований, товаров, продуктов, все знать нельзя, но есть какие-то общие принятые такие формулы, да, которые знают, в принципе, любой парикмахер, вот, но для простого обывателя, возможно, эта информация в новинку. Здесь будет много, особенно сейчас я решила развить также это направление, потому что финансовое положение у многих не становится лучше, к сожалению, и, возможно, люди ищут какие-то более бюджетные варианты, где их можно найти. В данном случае даже у нас в Канаде есть Dollar Store, Dollarama, и там есть неплохие бренды, которые можно приобрести. Да, это не профессиональный уровень, но это хорошие бренды, которые можно использовать дома, что касается укладки, просто ухаживать за волосами, защищать их, да, от погодных условий, от горячих инструментов. То есть это все есть, это все доступно для каждого, и мы будем немножечко тоже разбирать это на моем канале. А сегодня это первое видео 2021 года. Еще раз welcome всех, кто первый раз, welcome всех моих подписчиков в этот Новый год. Сегодня мы начнем, первое видео будет, это поход в Костко. Пошла я со своим сыночком и до, с подростками ходить, это, конечно, тоже своеобразный такой момент, но мне нужна была его помощь, потому что я сейчас не очень могу все поднимать тяжелое, мне нужна была помощь, чтобы он мне помогал. Вот, поэтому мы с вами пойдем и посмотрим, что мы смогли купить на $247. $247, это та сумма, на которую мы сходили в магазин, поэтому беру вас с собой, смотрите, пишите ваши комментарии и до встречи. Так, значит, мы приехали уже в Костко. И мы, вот и дошка, мы сначала заправимся. Бензин по 101, да? Я сказала его. 101,9. Поехали. Так, нам нужно также вернуть аккумулятор, который не доработал свои 2 года гарантийных. Будем возвращать, и дошка мне поможет все это дело загрузить. Аккуратно только, и дошка, и не бросай его, а клади. И мы его вернем.
Да. Все. Пошли. Так, ну что, друзья, в наши дни мы должны выстоять сначала очередь в магазин, чтобы зайти. Ну вот мы стоим пока с Идошей, ждем, обсуждаем, есть ли у них клубы какие-то в школе. Вот у нас был библиотечный клуб в школе, например. А у вас был какой-то клуб в школе, в который вы посещали? Расскажите. Вот мы продвигаемся. Вот я хочу сказать, меня спрашивают часто, вот в Костко продается сейчас за $30. Какой-то простенький вот такой вот blow-dry фен. Любой фен будет хорош для домашнего использования. Вы люди непрофессиональные, поэтому вам главное, чтобы шнур был чуть длиннее. И чтобы были вот желательно две насадки для кучерявых волос, кому хочется кудри, объем. И обычная насадка, обычная, с носиком таким. Так что вот, пожалуйста, кто ищет, Костко, пожалуйста. Так, давно я не брала гранола барс. Сейчас дети пока, как нам весело объявили, будут сидеть дома до 10 февраля. Короче, возьму им эти бары на перекус. Будут кушать эти бары. Мы не изменяем себе, это какие-то... Fiber One, не знаю, что это такое, но это все просто уже вкусняшки разные. Так, у нас закончился корм, берем корм. Идоша созрела для кокосового масла, и я его беру. Так, Идошенька, пожалуйста, мне вытащи вот то маслечко. Да. Вот кому в подарок. Такие вот хорошие масла здесь есть. Оливковое масло. Это фирма хорошая. Вот с такими наполнителями. С лимоном, с чесночком, с розмарином и с красным. Red pepper, значит, с экстрактом красного перца. Очень оригинально. Красиво. Вот для подарка 4 бутылочки по 250. Но дороговато. Ну, красиво. Так, сегодня у нас майонез по скидке. Обычно я его не беру, но здесь не самый плохой состав для майонеза. Вот. И мы его возьмем по 5,99 вместо 7,99. $2 скидка. Бери, Дошенька. Так, и сегодня мы берем по 13,49. У нас грецкие орешки. Что-то они, конечно, совсем все... в муке, в этой ореховой. А ну-ка выберем поглубже. А это поглубже вроде почище немножко, да. Также сегодня мы берем бразильский орешек. Бразильский орешек. Вот возьмем для хлеба. Это вроде неплохой бренд. Я уже как-то брала 10 килограмм, 7,99. Для хлеба. У меня хлебомашина, так что я хлебопечь. Мука у нас достаточно быстро расходится. Я уже второй год не покупаю хлеб. Идо, спасибо, аккуратно. Не разбей, там же мука выльет. Вы что? Вот это за 3,69. Внизу, которая, да, внизу. Три баночки там. Руку вторую вытащи из кармана, будет легче. Спасибо. Так, берем сыр. Берем сыр. Ой, ой-ой-ой. Достаю. Достала. Берем сырочек. Вот так хочу сказать, всегда стоило по $7, которое, помните, по 8 я брала. По 11,99 сейчас. Мне она, конечно, не нужна. Ужас. Сметана. Та-дам! Дошка устал после школы. Так, баттерд кот беру. Здесь, правда, всего килограмм. Вот. Кот это у нас треска. Треска в сухарях. Так, хэдок филе возьмем. $20. Вот оно.
возьмем его. Замороженные у них грудки, а есть замороженные маленькие филе. Вот я предпочитаю замороженные маленькие филе. Их здесь 2 килограмма в упаковке. Их выгоднее брать, вытаскивать только лишь для, когда вы готовите то, что вам нужно. И их практически даже резать не надо. Очень удобно. Вот еще какие-то кодбайцы у них есть по скидке. Так я лучше их возьму, тот же килограмм. Еще есть туда, видишь, кодбайц. И вот здесь килограмм. Так я вот эти верну, эти возьму, попробую. Эти возвращаем. Так, берем яйца за 6,60 рублей. 30 штук больших. И молоко 5,35 за 3,25% жирности. Вот так. Summer Fresh 3,97 звездочка. Это значит, этот товар исчезает из магазина, и я возьму. Это такой дип. Здесь у нас авокадо, хумус, sweet potato хумус и roasted red pepper дип. Короче, очень прикольных вот таких 4 макалки я беру. Исчезает, наверное, больше их не будут продавать. Так, творог, rest cottage cheese, берем. Возьму киркландовскую фету за 12,99 первый раз. Но она тут на самом деле так ее разобрали, она уже здесь почти и закончилась у них. Попробуем. Так. 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 Беру мясо. Я вот его тушу. Так, вот этот USS. Возьмем шпинатик. И сельдерей. И еще вот сейчас возьмем Folgers. Это кофе я в машину варю. Очень хорошо получается. Тем более по скидке сойдет. Ну что ж, надеюсь, видео было интересным, лаконичным, коротким. Если у вас остались какие-то вопросы конкретно по этой закупке, пишите в комментариях. Пишите, входили ли вы в какой-то школьный клуб, когда учились в школе в свое время. И также пишите, если у вас есть какие-то рецепты по тем продуктам, которые я приобрела сегодня. Так что спасибо, что были еще в одном видео со мной. Спасибо, что вместе со мной вошли в этот 2021 год. Желаю всем здоровья и до встречи в следующих видео. Пока! Thank you.